Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу мод Power Games для Майнкрафта Pocket Edition. Но после установки данного мода в нашем мире появится довольно много всякого оружия, и появятся такие руды, которые сейчас я вам показываю, и с помощью этих руд мы сможем построить вот такие блоки. Ну что ж, также мод нам приносит различные инструменты. Вот, во-первых, мы сегодня испытаем вот такой меч, который вот так примерно выглядит у нас. Довольно прикольный меч, да? Ну и сейчас мы испробуем на наших испытуемых. Ну и наш урон примет вот такой маленький сена-зомби, который стоит за забором. Так, он получил какой-то эффект, но не знаю, какой он получает, или даже, можно сказать, эффект. Это у нас уже небесный меч. Ну, сейчас видите, как он действует. Когда мы бьем врага, он подлетает вверх. Точнее, наш враг подлетает вверх и получает определенный урон. Вот сейчас он умер в небесах. Ну и третий меч. Это вот такой очень большой меч, который выглядит от третьего лица очень прикольно. Ну, он, если честно, напоминает бур из террарии. Ну что ж, давайте попробуем убить на зомби этим буром. И как видите, на зомби мы убиваем всего лишь с пятого раза, так как первый раз я уже ударил с ним. Также мод приносит различные фишки, которые свойственны по-своему. И вот такой еще новый меч, видит резубца, и также есть новые топорики, с помощью которых мы можем, ну, быстро рубить деревья. Вот все руды находятся здесь, и все блоки, которые мы можем сделать, находятся там. Также мод приносит нам броню. Ну и броня... И все инструменты хранятся вот в этом разделе. Ну и остальная, так сказать, коллекция вещей находится вот в этом разделе. И это все вещи, из которых мы можем сделать... Ну, все вещи, которые мы делаем из этих руд. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.